Приветствую вас. Вообще, я думаю, что у вас, ну, в какой-то степени есть противоречие. Потому что, с одной стороны, вы хотите бросить пить. Это хорошо. Но, с другой стороны, для чего? Для чего вам бросать пить. Вот. Вы говорите, что я боюсь, что осознав картину происходящего, станет еще хуже, я просто уйду от мужа. Если уходить от мужа, вы, вероятно, не хотите, вы боитесь. Соответственно, здесь тревожность, и, соответственно, работать нужно в первую очередь с тревожностью. Уйдет тревожность, спадет мотивация пить. Спадет мотивация пить, появятся какие-то другие цели, которыми вы заменили, ну, которые придут на замену мотивации пить. Нельзя что-то чего-то у себя отнять, не дав себе чего-то взамен. Это первое. Второе. Алкоголизм, по общему правилу, есть потребность в любви. Это оральное поведение. Оральное поведение можете почитать в интернете. Потребность в любви. На что-то вы себе не принимаете. Работаем с этим. Дальше. Вам необходима консультация врача, потому что алкоголизм – это заболевание. Заболевание лечится, в том числе, медикаментозно порой, поэтому нужна рекомендация врача. Из того, что скажет врач, уже исходить. Ну и психотерапия, конечно, может помочь. Но в важном случае психотерапия может помочь только если будет еще медикаментозное лечение, потому что физическую зависимость от алкоголя никто не отменял, и против физической зависимости идти достаточно сложно. На одной психотерапии, к сожалению, может быть, вам выехать не получится. Вот то, что я могу сказать. А в остальном принять и решить благодаря наводящим вопросам сложившуюся ситуацию в вашей жизни, это вполне можно на этом сайте сделать. Обращайтесь, будем рады помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.